комплексом мер по выполнению Минских соглашений, подписанным 12 февраля и одобренным лидерами стран Нормандской четверки, предусматривается в пункте 4, что не позднее 30 дней с этой даты Верховная Рада Украины должна принять постановление с указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с законом Украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Тем самым должны быть созданы условия как для реализации на практике положений упомянутого закона, так и для исполнения других минских договоренностей в отношении процесса мирного разрешения кризиса и проведения необходимых конституционных преобразований на Украине. Мы рассматриваем ход исполнения Киевом своих обязательств по Минским договоренностям как мерило его подлинного отношения к возможности политического урегулирования украинского кризиса, готовности быть ответственным партнером по переговорам в рамках Нормандской четверки.